Определение единобожия. С точки зрения шариата, это признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему, будь то в господстве, в божественности, либо именах и атрибутах. В арабском языке это глагольное имя существительное образовано от глагола «вахада юахиду», который означает «делать что-то одним, единым». Таухид делится на три вида. Таухида рубубия – единобожие, связанное с господством. Это убежденность в единственности Аллаха в создании, владении и управлении, либо убеждение в единственности Аллаха в его действиях. Таухид аль-улухия – единобожие, связанное с божественностью. Это убежденность в единственности Всевышнего Аллаха в поклонении, либо по отношению к деяниям рабов. И третий вид таухида аль-асма ва-сифат – это единобожие, связанное с именами и атрибутами. То есть это убежденность в единственности Всевышнего Аллаха в именах и атрибутах, которыми Он себя назвал и описал в своем писании или на языке своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И это воплощается посредством утверждения в отношении Аллаха того, что Он утвердил в отношении себя, и отрицание того, что Он отрицал, без искажения, без отрицания, без вопроса «как» и без уподобления.